Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TCL-205. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве разрешить установку приложений из неизвестных источников. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел. Приложение уведомления. Нажимаем «Дополнительно» и нажимаем «Специальный доступ». Здесь мы выбираем установку неизвестных приложений. И далее выбираем источник, которому разрешим устанавливать приложение, например, Chrome. Ставим галочку, и таким образом мы сможем устанавливать приложение из Chrome. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.